Значит, сегодня у нас тема была работа с Явари, передний удар в голову. Рука раз, прямо в лоб бей. Раз, на переднюю руку бей. Мы выходим и закрываемся, то есть Явари всегда скрытое ношение, да, Явари должно быть. Явари делает укол, так называемый, Шоман учит, да, и удар сверху, мы назовем его Йока учит, да, Йока учит. Таким образом, Явари, значит, может работать как крюком цепляющим, то есть общие вещи говорю, также может работать как дробящая схема сюда, да, может работать как колющее оружие и дробящие удары по нервным окончаниям. Голова здесь, да, то есть, ну, Явара неэффективна против, скажем, ноги, потому что это очень мощно, надо загибаться. Самое наиболее эффективно, когда вот если двойками работают в голову, раз, два, да, мы все время закрываемся и подставляемся, да? От боли противник начинает сразу же ретироваться и уже тогда включит. Явара работает очень быстро, да, то есть мы работаем обратным хватом здесь, то есть надо максимально делать удары по правильным точкам. То есть Явара — это понятие, как бы отрабатывать очень смысла нет. Это бокс обыкновенное карате, вот если вы умеете шагать, хорошо стоять, то Явара работает. То есть Явара — это супер продолжение карате. Вся базовая техника. Блоки, сотууке, блоки на подхватах, удар тэцуя и так и далее. Все, что изучается, добавляется с Явары. Обязательно будем продолжать сегодня. Благодарю за внимание. Вот.